Это пространство отдано монументу утраченной, потерянной цивилизации. У нее два автора. Илья и Эмилия Кабаковы, оба родом из Днепропетровска. Илья Кабаков создал себе имя как художник советского андеграунда. Эта тема не отпускает его, как всех нас, впрочем. По его словам, это их, Ильи и Эмилии Кабаковых, вклад в дело борьбы с тоталитаризмом. В тот час видно, что это для зрителей кириллицей, читающих только. Вот только б они захотели все эти документы на выставке визуального искусства осваивать. Илья Кабаков, ну, знаете, чье имя предстает в художниках 20-го столетия, словаря от Фейден и даже Ташин между Дональдом Джадом и Фридой Кало. Там значится род 1933, Днепропетровск и Украина. А я отлично помню свое отвращение и унижение от его гениального туалета на документе. Потом это повторилось с Борисом Михайловым, его серией «Порно-бомжей мерзких фото», где Михайлов 12 лет, уже живя в Германии, значился и являл Украину. Ну да, такой он ее себе видит. А тут, в арсенале, он нам реплику, повтор воспроизвел работы супругов Бехер. Бернта и Хиллы почти один в один, но спустя 30 лет. Но на материале нынешней промышленной разрухи Украины. Что это? Расчет на наше украинское невежество? Борис Михайлов – вторая интернациональная священная корова от Украины. Родоначальник Харьковской школы фотографии. Его имя также значится в словаре «Photobook Faden», где уже не 20 век только, а от возникновения еще круче, но и уже, лишь фото. Михайлов тоже живет и работает в Европе, имел персоналку в самом МОМА Нью-Йорк, стал знаменит как нонконформист. А вот фотографии Александра Чекменева не то что незабываемы, они неизбывны. Они поражают, и выбросить их из головы невозможно. Цикл «Победители» выворачивает наружу, показывает изнанку лжи и спекуляции вокруг так называемой Великой Отечественной войны, ВОВ, когда людей, как солому, сотнями тысяч, миллионами швыряли под гусеницы вражеских танков и поездов в ГУЛАГ, а потом забыли, лишь медальки довешивали, а им уже хорошо под 90. Сергей Братков, тоже из Харькова, интеллектуал и интеллигент. Тоже фотограф, но социальный, то есть современного искусства. Работа «Гасло», «Двиз». Да здравствует сегодняшнее плохо за то, что завтра будет хорошо. Ультраиронично и точно. Теперь воспоследуют иноземные фотографы, канадец и англичанин. Канадец Родни Грэхэм, Родни Грэм, нужно говорить Грэм. Заработал имя нарочитыми постановочными фотографиями, романтизируя эпоху викторианства, весь 19 век, и особенно английского имперского величия в париках.
А вот англичанин, лондонец, инка, шонибаре, мбе, чернокожий. Он уже иронизирует над иронией Родни Грэхэма, воспроизводя известные имперские жизненные ситуации в париках, но примеривая их на чернокожих людей. Ехидно. А в Украине, как пост по-прежнему Российской империи, работы прочитываются как актуальное искусство. После фотографий быстренько посмотрим на видео московской группы AS плюс F, где гламур уже перестает быть насмешкой, но становится экстра гламуром и в визуальном, и в смысловом восприятии. Била Виолы, извините, не будет. Виновата. Но я уже столько раз ее видела, эту работу. Да и тема христианизации в Украине дошла до обскурантизма. Теперь пришло время живописи. Тяжело. Тяжко и тяжело. Ибо в цивилизованных странах живопись по определению не может быть причислена к новейшему искусству. Как предмет купли-торговли или, пользуясь профессиональным языком арт-критиков, то, что можно снять со стены и унести домой, не новейшее искусство. И действительно лишь китайцы да украинцы отметились живописью. Это вот именно это должен быть такой вот именно такой подход. А под конец пробежим по второму этажу, по польско-украинскому специальному проекту под виногра, где уложен был разлазящийся вал и юрта, где все такое бедное, сдержанное с визуальной точки зрения. Thank you.
среде присутствует работа одессита Игоря Гусева с любопытным саркастичным текстом, в котором вероятность истории припечатана камнями. Понятно, что это Кадырова. Другие камни, но уже тротуар Жанны Кадыровой, повешенный на стену, на деле образец гладкости, а для пешехода в Одессе предел мечтаний. Фактура наших тротуаров столь богата, рельефна и многообразна, в отличие от шоссе, что мы бы легко одержали победу. Со-куратор Александра Соловьева Фабио Кавалуччи, замок Уяздовский. Ему принадлежит сравнение Биеннале Арсенале с фейерверком, который необходим для привлечения внимания к новейшему искусству. Еще остались выставки параллельных проектов.